Вы смотрите новости онлайн. Согласно данным экспертов, лицо, посещавшее Италию в июне 2015 года, были взяты образцы волос и потожировые следы отпечатков пальцев, не является генетическим отцом дочерей Владимира Путина. Образцы генетического материала дочерей Путина были получены ранее, во время их зарубежных поездок. Также ранее взятые образцы 2007-2008 годов генетического материала российского лидера не совпадают с нынешними образцами. И, следовательно, роль Владимира Путина на публике играет неустановленное лицо. Ранее экспертами и многочисленными СМИ отмечалось, что лица Владимира Путина на фотографиях и видеоматериалах, даже сделанных с очень коротким интервалом времени, заметно различны. В настоящее время на заседании Билдербергского клуба рассматривается вопрос, каким образом следует сформулировать отношение к неизвестному персонажу российской политики, якобы лидеру и президенту. Является ли он заместителем, либо иначе уполномоченным лицом, и какова истинная роль легитимного президента? В настоящий момент не ясно. Спасибо за просмотр! Делитесь этим видео с друзьями в соцсетях. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. Пока-пока!